опять привет. Короче, на прошлой неделе что-то не получилось, очень много было работы. Вообще, с работой напряг сейчас. Короче, то, что на этой неделе, это в субботу, завтра вечером и в час дня завтра в субботу, короче, будет фестиваль американской музыки, еще и в воскресенье в 7 вечера. А музыка там, ну, по мне так себе, потому что немного стариковская. Ну, кому именно вот нравится что-то такое американское, приходите, наверное, будет интересно. Это ежегодный фестиваль, он достаточно большой, то есть там большая сцена, придет, наверное, несколько тысяч человек. Fell in love on accident. Wondered just what Jesus meant when he said our love was heaven sent. Papa, I don't need a preacher. I ain't some kind of creature from some old double feature. How I've always been. Did you love me when he was just my friend? Уже на следующей неделе, во вторник вечером, в East River Park будет тоже концерт открытый, совсем другая музыка. Наверное, больше кому будет нравиться. Вот, посмотрите. И тоже на следующей неделе, в четверг вечером, в Бруклинском парке, в проспект Парк Беншелле, будет весьма интересный фильм, называется «Лабиринт». Ну, мне кажется, реально прикольный фильм. Where you go with a head like that? George Lucas, creator of the Star Wars saga. One of the most innovative forces in modern entertainment, David Bowie. Together, they will take you into a dazzling world of fantasy and adventure. There's nothing to be afraid of. A world where anything seems possible, and nothing is what it seems. Everything I've done for you. I move the stars for no one. You move. Now, run so hard, run so far. The world of Labyrinth. На этом, как обычно, все. Три события. Я не знаю, чего будет зимой или ближе к зиме. Ну, пока еще есть мероприятие. Посмотрим. Я еще думаю сделать какие-то такие видосы, может, разыгрывать подарки для тех, кто живет в России. То есть, наверное, это видео смотрят те, кто в Нью-Йорке все-таки. А те, кто там в России, в основном в группе же тусуются не такие люди, им получается это как-то беспонтово. Поэтому я надеюсь, у меня руки дойдут, и я буду какие-то вопросы про Нью-Йорк спрашивать и разыгрывать призы прямо из Нью-Йорка, отправлять в Россию тому, кто угадает первый. Так что следите, до встречи.